вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Валдарь» из Астрахани Юрий Газаев. Юрий Фазлович, ну, первым делом поделитесь своими впечатлениями о матче. Ну, во-первых, даже не сначала не о матче, а о том, что в трех очках две команды друг от друга. И думаю, что для «Факела» и для нас игра имела значение. Или ты приближаешься, да, или не отпускаешь, или, в общем-то, далеко отпускаешь команду, относительно далеко. Поэтому, безусловно, я могу вот сегодня сказать, если по игре, ну и поле. Поле сложное, мне кажется, здесь полем надо работать, ноги вязнуты, и как-то сложно. И ваша легкая команда, наша достаточно легкая команда такая, и осложняет и игру. А так, ну, надо было организоваться, надо было быструю атаку и играть, надо было при потере, то, что говорили, вверху, и какие-то эпизодические получались, но сегодня больше надо сказать, я им сказал, что вот эта игра, она выиграна на характере больше, на характере, на духе таком, это может быть не хватало нам содержания и в какой-то, может быть, мере и охраняли то преимущество, которое получили один мяч, но охранять нужно контроля. За счет контроля охранять нужно. А соперник, естественно, дома, и болельщик такой, которого я давно не видел, и как будто в старые добрые времена окунулся, что только здесь можно услышать, в общем-то, когда свою команду подгоняет по-настоящему, и такого преданного болельщика, поэтому я считаю, что здесь и футболистам бежится легче. Естественно, хотели отыграться, а наши играли в защите организованно, но были возможности для атаки, которые не всегда получались, хотя вот одна из атак, она привела и к удалению, и к возможности забить мяч. Поэтому, думаю, в целом, вот если удовлетворенными быть, то надо результатом быть удовлетворенным. Наверное, сегодня он важнее был. Содержание у лицо обычно у команды гораздо привлекательнее. Но я опять же говорю, что, наверное, очень хотели выиграть, и вот это хотели, оно, наверное, основное, в общем-то, роль сыграло в том, что сумели лобовую игру выиграть. А так, ну, безусловно, когда в первом круге у нас играли, и команда очень сложно начала ваш турнир, и Паша был в расстроенных чувствах, я сказал, у вас и по народу команда хорошая, и вы, безусловно, подниметесь, и вы, если таблицу на тот период перевернуть, то вы должны быть где-то вот значительно выше. Ну, видите, как, и, наверное, к радости болельщика действительно команда сумела много игр выигрывать, и сегодня она уже, читаю так, между строк, понятно, что хочется больше, чем в стыке. Ну, и мы, в общем-то, обновили немножко команду, и аппетит, говорят, во время еды приходит, и, безусловно, хочется попробовать себя, если даже не выйти, но хотя бы попробовать сыграть эти самые игры с командами премьер-лиги. Так что, надеюсь, мы друг другу конкуренты. Но по-доброму, я очень с симпатией к городу отношусь и к команде этой, и для меня всегда говорил, что это один из городов, где хотелось бы, чтобы команда по-настоящему была крепкая, команда премьер-лиги. Чего я вам и желаю. Так, успехов. Спасибо вам.